показывать козели. Мне факел показывала изо всех сил. Какая? Ну, та, вот которая это хотела вызвать эвакуатор? Ага. Эвакуатор. Тыр, тыр, тыр. Да, не могла вывернуть. Машина не помещалась на дороге. Это здесь постоянно пасется. Может работать здесь? В конторе? Ну, может. А, или нет, или я на этой машине еще хлопца видел какого-то, может. Они их вон, как тараканов таких. Ага. Что, хлопец? Вот не, это возрастная. Это была малолетка. Как их называют, ты знаешь. Угу. Кукушки. А? Кукушки. Не. Пустихвостки? Нет. Пустихвостки? Нет. Да? Нет. Ну что ты ласково к ним обращаешься? А как? Ты меня пугаешь. Как я могу тебя испугать? Грузите детей бочками. Женя, мы едем. Выходи на остановку. Спускаемся по Калинину. Угу. По Калинину походим. Пока она выйдет на остановку, мы уже будем на месте. Да нет. Я уже не могу превышать. Она долго одевается, собирается. Надо ей было поделить зелень, я забыла. Второй видеорегистратор. Где? Оля может за тебя или за мной. Где? Да. Вас снимает скрытая камера. А-а-а. Так, Тим Тимыч, а почему это у меня тут очки твои? Где твой чехольчик? А? Чехольчик, где очков? Мешочек. Вот там. Где? Как у вас себя дома? У нас в деревне, что ли, оставят? Родной, где ты взял чехольчик? Забыл? Да, вот в доме, в Брянске. А мы сейчас... А, ты в Брянске оставил? Ну, ладно. Через город проехали так проще. Да. Мы кстати, так ехали. Короче, если ехать. Единственное, вот здесь на перегоне... Магнитки отвезли. Если сворачивать напрямую, как мы вот любим сворачивать, вот на Горную улицу, то да.
Карачирская на Нагорную выскочили вообще.